Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру King of Defense. Десятая миссия у нас с вами, и это долина Грейдера. Наша разведка обнаружила врага, строящего два самодельных моста, пересекающих большую трещину в пограничном районе. Это должно быть там, где они готовят свои засады. Будь осторожен. Ну что же, давай посмотрим, что нас здесь с тобой поджидает. Враг будет идти с двух дорожек, судя по всему, а у нас здесь защищать и вот здесь, внизу, да? Защита должна быть. Хорошо. Так, начнем с кого? Я не знаю, можно бомбарду, наверное, вот сюда вот поставить. Сюда мы поставим бомбарду, здесь, наверное, тоже бомбарду влепим. Да? Зря, наверное. Хотя, кто его знает, можно поставить еще мечников. Пускай они будут у нас здесь. Все, в принципе, больше финансов у нас ни на что не хватает. Давай вызывать волну. Она пойдет вот так вот и вниз. Хорошо. Жалко, у нас нету с вами, как в другой версии, да? ТДшечки, волчар или еще кого-нибудь. Так, ну здесь мы разбираемся довольно легко и просто пока. Так. Так кто еще у нас тут? Это хлыщ, я не знаю, кто ты. Это вампир. О, он себе восстанавливает здоровье. Серьезно? Он восстанавливает себе здоровье? Даже вот так вот прокачиваем бомбард, друзья мои. Так, слушай, мы ему вообще не наносим повреждения, потому что он успевает отхиляться. Есть, хотя бы этих уничтожаем на изи. Так, а если две бомбарды бомбанут по нему? Давай посмотрим, каков будет итог. Раз, слушай, ну они довольно неплохо его бомбят. Два, но он вампир, он себе восстанавливает здоровье. За счет меня, что ли? Блин, а вот это плохо. Это плохо, так меня не устраивает совсем. Давай мы с тобой везде тут бомбард понаставим, а? Хотя, подожди, а вдруг тут лучники пойдут? Так тоже нельзя делать. Орки. Ну, с орками тут довольно все легко и просто. Орков... Блин, опять идет, смотри. Хлыщ. Так, еще здоровый орк. Здорово просто, да? Слушай, а сколько нам нужно с тобой? 400. Давай, наверное, немножко накопим с тобой финансов, да? И возьмем... Куда ты там улетел? Так, стоп. Ну-ка. Вот. Теперь бомбим. Блин, эти орки какие-то жесткие. Их так просто не завалить мне. Крестьяне, а вы будете помогать мне? Нормуль. Лучше бы вот, конечно, поэтому бомбануть, если честно. Ну-ка, давай попробуем, как мы тут с ними справимся или нет. Слушай-ка, ну, в принципе, должны. Должны мы одолеть их. Мне еще буквально чуть-чуть монеток, и я смогу... Блин, этот хиляет! Эй, не успел. Не успел, а кто не успел, тот опоздал. В плане. Ах, а так он сбросил только этого хлыща, который у него на спине сидел, да? И теперь он еще сам будет бомбить. Ну, так дело не годится. Куда ты побежал, а? Да слушай, ну тут как-то уже вообще чересчур сложно будет. Этого завалил. С этим-то как? Как нам быть? Объясни-ка мне, пожалуйста, на милость. Я боюсь, эти работяги вряд ли мне здесь, конечно, помогут. Давай вот сюда мы с тобой хилочку врубим. Рыцари, держите оборону. Они хоть справятся, как ты думаешь? Бомбарда хоть помогает, ребята. Я уже хотел тут выругаться. Слушай, ну орк-то этот мощный, ты посмотри. У меня что-нибудь есть? У меня есть, ребята, вот такая штука. Помогла, да? Помогла, очень даже хорошо помогла. Блин, мой главный герой упал. Ну-ка, если я сделаю вот так вот. На атаку, мы его сможем поразить? Да ну, ты серьезно, что ли? По-моему, друзья мои, нам тут... Хотя вот у меня тут герой вышел. Давай, рубите этого охламона. Фу. Нам повезло, нам с тобой повезло. Так, здесь еще не легче. Смотри, кто идет. Бомбардочки, давайте. Бомбите. Так, а если я, к примеру, вот так сделаю? Шикарно. Сколько нужно для улучшения? 400.
Делаем. Так, подожди, подожди, герой. Не успел убрать его. Ты представляешь, я не успел, ребята, его завалили. Так, здесь хорошо кромсаем. Сколько нужно? 300, да? Чтобы их улучшить. Да куда ж ты улетел-то, родной мой, блин. Нет, 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 нет. Волчара, ребята, бежит. А я вот так вот его. Ха-ха. Должен подбить его, замечательно. Так, с этим магом мы, наверное, справимся. Вампир, да? Слушай, сколько нам нужно? 600. А мы будем с тобой вот это прокачивать или вот это? Что у нас вот это делает? Огненные пушечные шары, раздувающиеся по кругу вокруг башни, нанося огромный урон по территории. Слушай, а тут летающие будут сейчас. Ё-моё. А у меня нету ничего, да? Ну давай попробуем, может быть, лучников поставим пока. Друзья мои, так, у меня еще герой-лучник, поэтому он должен справиться, в принципе, с этими хламонами. А тут вон кто идет, орк. И я даже не знаю, как лучше здесь сделать. Так, с этим разобрались. Сколько нужно нам? 600. Ладно, попробуем с тобой накопить 600. Так, уйди, пожалуйста. Лучше мы вот так вот сделаем. Отвлекать так ненужным кем-то, да? Мага еще, наверное, надо было бы нам с тобой поставить. Слушай, маг, как вариант, бы очень хорошо зашел бы. Но пока не до него, если честно. Так, рыцари, вы, главное, не пропускайте никаких волчар здесь. Есть контакт. Ну, посмотрим, ребят, что это у нас. Воу. Слушай, вот это вот другое дело. Вот ракетка, это хорошо, ребят. Да ладно, ты хочешь сказать, что мы не сможем его подбить? 300 нужно. Есть. 300 яйца, как у каратиста. Блин, мой супер... Какой там, блин, мой супер удар, когда его уже забомбили, друзья. Давай вот так вот, наверное, стрелы прокачаем с тобой. Нет, не получится, да, скорее всего? Или получится? Давай попробуем. А, у нас есть вот еще ядро. Или бомба, это бомба, скорее всего, была. Дай-ка я его сюда кину. Слушай, может быть, есть все-таки шанс у нас здесь с тобой справиться с ними, а? Так, где мой герой? Ожил. Давай так вот, наверное, влупим. И есть контакт. Тут нужно сколько у нас? 600. Давай вот это, наверное, мы с тобой прокачаем. Здесь будут ракеты, да? А там у нас будет вот такая вот штука. Воу. Слушай-ка, ну это уже совсем другое дело. Совсем, ребят, другое дело. Мечники мои родные, красавчики. Конечно, вы немножко не в тему стоите, ну ладно, фиг с ним. Нам еще надо с тобой где-то мага влепить. Можно вот здесь попробовать. Или, подожди секунду, зачем я так делаю? У нас же вот такая есть способность. Две башни, у нас же башня на башне здесь ставится. Ну что? Так, ребята, там лучники будут. Точнее, летуны. Это седьмая волна. Летуны. Кого-то вот сюда надо еще поставить. Бомбарду, да, наверное, мы сюда поставим еще одну. Это будет идеально. Да, я думаю, вот так вот сделаем. Пускай она здесь уничтожает. Фух. Четенько. Так, маг, ты готов, я думаю, да, наверное, прапаться чуть-чуть. Чуть-чуть буквально. Блин, вот эти, конечно, тут не в тему. У меня рыцари стоят, вообще ничего не могут сделать. И бомбарду будем прокачивать обязательно. Так. Слушай, вот этого надо халабуду уничтожить. Быстренько причем. Слушай, слушай, маг, маг, если мы ему сделаем... Это что дает? Который восстанавливает здоровье солдатам. Нет, нам лучше вот эту вот цепную, да? Цепную молнию. Погоди, цепную молнию, блин. С этим-то нужно разобраться. Твою налево, мой герой главный погиб. Зашибись. Ага, справились. Справились, друзья. Вот она, молния. Давай, вжаривай их. Пускай он там дерется с другими. Хе-хе. Лопушок. Блин, псы, конечно, очень быстро бегут. Так, давай. Есть, нифига там. Горы трупов. Оу, нет, только тебя здесь не хватало. Ё-моё. Все прекрасно вспомнили, да, кто это такой. Сейчас он тут начнет.
Сейчас он тут начнет, ребята, такое вытворять. Не понял. Там что? А, там стрелок. Слушай, ну этого гоблина мы с тобой быстро забомбим, смотри. А вот с этим... Не знаю. Как мы с тобой... А, он только сбрасывает. Да что ж такое, все время забываю, ребят, он только сбросил. Тут лучники. Ладно, лучники пока пускай стоят на месте. Вот этого... Последняя волна, ребята, уже что ли? Последняя волна идет. Вот этого вжаривайте, блин, как бы нам его бомбануть. 1600, офигеть ценник, 1600 нужно для того, чтобы прокачать. У меня заклинание, ребята, заклинание готовится. Сейчас можем... Давай вот так вот сделаем. Окей, предположим. Оглушаем еще их здесь. Замечательно. Так, маг, давай вот так, до второй ступени прокачаем тебе. Да что ж ты будешь делать? Они опять мне героев, да, вальнули? Да, друзья мои, ну мы тут, наверное, справимся, да, своими персонажами. Да, должны одолеть. Так, этот против своих же пошел драться, и это классно. Так, у нас с собой денег хватает на что? Мне бы бомбардочку вот эту прокачать. Есть контакт. Бумс. Слушай, ребята, это, по-моему, последние враги. И мы с ними справимся сейчас. Ай, как солидно. Фух, я справился, кажется, друзья мои. Причем не пропустив никого. То есть на 3 звезды, верно? Правильно понимаю? Да, по-моему, так и есть. Посмотреть, чтобы ревард получить. И что? Ага, еще 30 гемов. Ну что же, продолжаем. Есть контакт. Друзья мои, 4 уровень получает мой главный персонаж. Ух, мне не терпится посмотреть, что нас поджидает дальше. Надеюсь, вам эта игра нравится. Ребята, вы можете поддержать меня либо комментарием, либо лайком, выбирайте сами. А мы смотрим. Так, что у нас здесь? Пак ветерана. Вейлин и Вуконг. Ценник, конечно, обалдеть. Не, ребят, я перебьюсь. Конечно, хочется взять, но перебьюсь. Так, забираем здесь награды. Так, здесь тоже забираем. Кстати, можно это все удвоить. Ну вот и все, что могли. Мы посмотрели, и у нас 11-я миссия. Кстати, на 12-й нам будет доступен спутник. Что у нас там по героям? Есть 2 очка действий. Так, дождь и стрел или вот это. А что это такое у нас? Увеличивает урон при попадании. Так, а я могу это? Да, вот у меня прокачалось. Слушай, может быть, нам здоровье немножко, да, восстановить? Вот так вот. Свойства. Руны. Принять. Погоди секунду. Так, в магазине. В магазине у нас ничего нету, да? Хотя мы можем с тобой закупить, например, вот таких вот бомбочек. Они нам помогут. Выручат нас, поверь мне. Так, открывается на 18 уровне, понятно. Ладно, здесь закрываем. Так, секунду, я хочу посмотреть. Вот здесь вот что такое? Вот руны. А, на 18 уровне. Обновить сейчас. Вот это что значит обновить? Я пока не понимаю. Может быть, обнулить, а не обновить? Ну что, друзья мои, B10. Тут B6, тут B10. Ты помнишь, что это за миссии такие? Правила вызова. Убить 160 врагов, не использовать башни солдат. 6 уровней здесь. А тут нам что надо было сделать? Убить 160, так, не использовать башни солдат. То есть без солдат я должен. Но я думаю, это потом мы с тобой будем типа челленджа проходить. Сейчас давай смотреть, что здесь у нас. Разделительная стена. После того, как битва жизни и смерти закончилась, полководец темного черепа приказал всем своим близлежащим силам, находящимся в ожидании, атаковать и отбросить нашу армию, чтобы вернуть свои утраченные земли. Время имеет существенное значение. Мы должны действовать сейчас. Ага. Погнали. Ну, раз должны действовать, что ж поделаешь. Угу, вот наша территория. Давай смотреть. Какие-то башни тут еще ездят, смотри. В общем, мы должны с тобой защищать здесь. Не знаю, каким образом. И вот здесь? Вы серьезно? Вот это мне непонятно, смотри. Они будут... Блин, как быть-то? Не знаю, давай поставим сюда, наверное, с тобой бомбарду. Для начала. Ага, вот так она будет задевать, да? А вот здесь вот...
А кого ты здесь поставишь? Ну, если ты даже бомбарду, она будет бесполезна здесь, верно? Верно. И, скорее всего, вот здесь. Или вот здесь, наверное, лучше поставить. Так, и поставим с тобой вот так вот наших бравых воинов. Не знаю, ребята, первый блин 100% будет комом. Враг пойдет пока вот таким вот образом. Вызываем. Вызываем и пробуем отбить. Так, мы уровень получили, соответственно, мы будем немножко посильнее, да? Сейчас их атаковать. А это бомбарда трындец. Даже ничего не делает. Зачем я ее сюда поставил? Скажи мне, зачем она здесь нужна? Может быть, надо было все-таки сюда каких-нибудь лучников поставить. Да, вот так вот. Здесь прокачаем. А радиус увеличивается или нет? Вот этого я не понял. Когда мы прокачиваем, по-моему, нифига не увеличивается. Что-то мне не нравится. Может быть, продать и поставить сюда. А что сюда можно лучше поставить, а? Лучников, точно, друзья мои. Конечно же, лучников. Давай, сделаем так. Знаешь, почему лучников? У них, во-первых, обзор побольше, да? И не забывай, что мы можем их прокачать до какой-то там ступени. У них будет... Опа! Опа, пули. А, как быть? Ну, как-то вот так вот, наверное, пока сдерживать. А другого варианта нету. Блин, мой герой туда попасть не сможет, верно же? Не-а, не сможет. Ни под каким предлогом его туда не заставишь пойти. Вот здесь уже, да, вот здесь можно поставить бомбарду, чтобы прикрывать. Хотя, наверное, здесь должны быть у нас эти, как их звать, солдафоны. От них, мне кажется, здесь было бы больше толку. Главный герой, ну-ка. А, он может доставать, да, обстреливать. Окей, хотя бы так сделаем с тобой. Давай, лучников. Вот, ребята, видите, вот здесь вот. Если мы вот так вот прокачаем, у нас будет радиус обзора офигенный. Но я все-таки склоняюсь к тому, что нам нужно с тобой прокачивать в первую очередь бомбарду. Так, враг. Блин, волки там еще бегут. Будут бежать волки. Да, от лучников все-таки здесь больше толку, мне кажется. Эй, 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 родная моя, ты вернись. Ты мне сейчас здесь нужна очень сильно. Так, сколько? 400 нужно. Я думаю, с этих ребят мы 400 получим, нет? Не хватит, наверное. Хотя, хватило. Друзья мои. Так, еще. Вот эту бомбарду, блин, надо прокачивать. Это на всякий случай, что когда пойдет по этой дорожке враг, мы могли его сдерживать. Так, стопы, 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 стопы. Куда разогнался ты? Твою ж дивизию. Да ну. Харе. Сюда. Блин, это мечники почему-то, ребята, хандрят. Я не знаю, в чем проблема, что они там не справляются. У них все должно получаться. Так, бомбарда. Я думаю, что, наверное, нам надо... Не знаю, что нам надо. Нам нужно еще, наверное, с тобой поставить 300. И тут еще и... Ты серьезно? Тут еще и летающие сейчас пойдут. Вот так вот. Как говорится, не было радости моей предела. Ладно, сейчас мы с этими попробуем разобраться, расстрелять их. У нас, да, две дорожки, три. Ну и куда? Вот чего вы бежите, а? Голодранцы. Так, вот здесь вот я не знаю, что нам сделать. Наверное, будем вот эту вот раскачивать с тобой, да? Мне кажется, это будет лучше. Наверное, я, блин, а вдруг не лучше? Фиг с ним, уже сделано. Поздно, как говорится, что-то нам тут с тобой менять. Сюда. Или вот сюда вот. Так как быть-то, а? Куда ты полетел? Лучнички, давайте, родные мои, мы будем с вами прокачивать вот эту вот, да? Дальность обстрела. Да, 300 нужно. Ну, последнего говнюка завалите мне, пожалуйста. Наверное, помочь придется маленечко. Есть контакт. Или секунду, секунду, секунду. Может быть, нам все-таки... Тут 800. Блин, какие все-таки тут ценники, да, друзья мои. Ну, просто трындец. Тут еще, видишь, эти мешают нам, постоянно летают.
Даже не знаю, какой на приоритет тут взять. Ну-ка. Солидно. Бомбанули сейчас. Может быть, им бомбочку сюда бросить? В эту кучу. Во. Совсем другое дело. Так, вы что тут хотите? Дальность. Давай вот так вот сделаем. О! А про эту-то бомбарду я забыл. Ё-моё, сейчас как пойдет враг там, где его не ждешь, и будет нам с тобой счастье. С этой тоже нужно разбираться, ребята. Нужно прокачивать ее. Несмотря на то, что здесь пока никого якобы нет, да, все так тихо и спокойно. Прокачивать надо будет ее обязательно. Так, тут летающие. Здесь 800 требуется монет. 800 монет. Ну, дорого. Это очень дорого. Давай здесь в помощь поставим. И надо наших еще мечников тут прокачать, потому что это как бы, ну, основная сила, которая может сдерживать врагов. То есть без них нам здесь будет тяжело. Верно? Я думаю, ты со мной согласишься в этом плане. Вот. Ага, вот мы и дождались. Тут волки побегут. Трындец, друзья мои, там побегут волки. Блин. Кстати, это предпоследняя волна. Есть шанс, ребята, может быть, как-то выжить нам здесь. Маленький, но все-таки он есть. Так, здесь никого не пропустим с тобой? Нет, не должны. Давай, давай, вот, вот они, волчары. Ребята, вот волчары. С этими справились. Слушай, мне кажется... Да что ж ты сделал-то, Рэй? Ну, господи, зачем ты так пошмальнул-то? Не... Да куда ты, беги на место? Ты же видишь, бегут волки. Они отвлекают меня здесь, да, таким образом. Прокачаем еще побольше радиус обстрела. И 800 это чтобы до последней стадии. Бомбардочка, ты как там себя чувствуешь, а? Поможешь мне? Надеюсь, не пропустишь этого гаденыша. Да, вот так вот. Кто здесь у нас пойдет? Опять волки? Ой-ой-ой-ой-ой, здесь уже посерьезнее вражина. Последняя волна, ребята. Сейчас будут по всем фронтам нас тут зажимать. 800 нужно здесь, а тут надо... Я думаю, что возьмем за 600. Да, за 600 мы будем с тобой применять заклинаху. Ну, есть, не пропустили, молодцы, красавчики. Давай-давай, волка этого. Так, тут у нас все пока под контролем. Прокачиваем, ребятушки. Вот это вот. Пускай будет так. С массовой атакой, я думаю, нам здесь все-таки больше повезет. Тут мы станем. Так, этот-то не пройдет? Куда ты разогнался, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, ну у меня, конечно, есть там. Я могу поставить помощь. Вот сюда вот. Ох, ядрить, ты посмотри, сколько их там прет. Твою же дивизию, а. Давай, давай, я не знаю, каким образом мы там с тобой вообще сможем. Оглушили. Есть. Так, секунду, 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 секунду. У нас бомбочка есть. Окей. Давай еще одну. Блин. Еще одна. Есть контакт, фу. Зачем я выбросил ее? Слушай, неужели мы справились? Подожди, а кто прошел? Кто-то прошел, ты видел там? Блин. Кто-то умудрился пробежать. Я даже, честно говоря, не видел, кто. Ну что же, получили с тобой фул награду. Чуть-чуть не хватает до 5 уровня. И теперь идем на 12-ю миссию, где нам должен открыться новый напарник. Это будет волк, я так понимаю. Когда мы начинали только играть в эту игру, нам этого волка предлагали купить. Но я отказался. Вот он, да? Поздравления! Так, поздравляем с разблокировкой вашего нового питомца. Это определенный специализированный помощник для вас. Призыв, укус и бросить цепь. Открыть сейчас. Ну неужели, друзья мои? Вот, вот он. Так, мы можем... У него 3 очка навыка. Так, вот это что такое? Призывает 4 серых волков, которые существенно в течение определенного периода времени. А, существует. Так, они нападают. Ай, не хватило чуть-чуть. Превью. Принять. Так, ну что же, уже будет, наверное, надеюсь, мне попроще, полегче. Так, а что это за книга у нас? Ага.
фан-страницы. Понял. Ну что, друзья мои, пойдем с вами сюда, да? На 12 уровень. Конечно, пойдем. Еще спрашивает. Выбраковка. Когда земля разделена лавой, ваши герои не могут пересечь определенные местности. Мудро используйте башни бомбардировщиков, чтобы остановить марш противника. Ну что же, значит, бомбарды все-таки надо будет нам с тобой здесь ставить, судя по подсказке. Так. И вот здесь дорожка, да, которую мы должны с тобой защищать. И здесь две. Враг будет идти по трем тропинкам. Ну что ж, давай, наверное. Так, я даже немножко засомневался. Бомбарды, говорят, ставь мудро. Попробуем. Так, здесь, наверное, нам понадобятся мечники, скорее всего. Для чего, ребята, мечники нужны? Они очень хорошо сдерживают врагов в тот момент, когда дерутся, да? Наши бомбарды или любые башни атакуют их в ответ. Так, ну что, первая волна. Давай смотреть, как интересно. Что ты делаешь? Ага, вот как. Слушай, ну это прикольно. Очень прикольно. Полноценный персонаж, да? То есть он нам очень хорошо здесь помогает. Мы можем даже вот так расстреливать их. Давай. Но их, черт подери, очень много. Куда вы разогнались? Эй, плешивые. Бегут они там, сломя голову мне. Так, тут еще будут летающие юниты. Соответственно, здесь нам придется еще и лучников поставить. Угу. Так, здесь прокачаем бомбарду. Так, ну что, вызываем следующих противников. Волки, здесь у нас летающие. И здесь... Опа! А это еще кто? Что это, друзья мои, за демон там? Вон он идет. Новинка. Повелитель ада. Он рассеивает страх своей вечной силой, сжигая все. Он наносит огромное количество урона, и его крайне сложно сбить с ног. Спасибо большое, блин. Порадовали меня. Сбить с ног его невозможно. Вот как вот мне вот... Твою налево. Так, отойди ты оттуда. Даже не знаю пока как. Да уйди ты, ну видишь же, бомбят там, стреляют по нам этими фиговинами своими. Так, если мы даже предположим... Так, давай хильнемся, наверное, с тобой. Как это все, блин, будет выглядеть? Да как это будет выглядеть? Да никак, ребята, вон, бежит. Охламон. Давай, расстреливай. Еще одна бомбочка есть. И что мне? И что мне эта бомбочка дала? Да не шиша под... нормального. Давай, волк. Трындец, ты видел, что он сделал? Просто взял и уничтожил. Обалдеть, я тебе скажу. И вот он вот так вот пройдет. Вот просто вот так вот в наглую пройдет мимо, да? Естественно. Да, ему плевать на все. Что это тут у меня стоит? Хмырь, а? Они за все ответят, ребята. Рано или поздно. Нет, нет, песик, тебя сейчас тут уничтожу. Он просто с двух ударов снес. Просто с двух ударов. Герой, уйди. Пропусти его, пускай идет во свояси. Он еще и стреляет, причем не кисло. Да. Вот, ребята, вам и радости. Устанавливаю, главное, мудро башни. Как ты тут мудро башни установишь, если им плевать просто на них, вот этому дебилу. Ладно, ничего, ребята, мы с вами, когда наберемся побольше сил, мы обязательно отомстим. Сейчас мы пока слабенькие с вами. Уровень не такой прокачанный. Но ничего, на нашей стороне будет праздник. Главное пройти нам этот этап с вами. Придется попыхтеть. Плюс у нас еще всего лишь два только помощника. Там можно будет потом и других выбирать. Что это мы с тобой получили? Не знаю, что тут получили. Так, бомбардочка. Пускай у нас прокачивается. Вот здесь... Слушай, у нас мага давно не было, да? По идее. Мы давно его не ставили.
И лишним он точно здесь не будет. Так, здесь у нас прокачано до первой ступени. Здесь... Я думаю, что еще этот демон пойдет. Рано или поздно. Он будет тут. Давай-ка издалека их будем бомбить. Так, песик, вызови своих помощников здесь. Пускай они помогают. Так, замечательно. Бомбим. Сколько нам нужно там? 800. Слушай, ну еще много. А здесь я могу? Пока не могу. Но обязательно прокачаем, наверное. Можно здесь, кстати, врубить, друзья мои, ракету. Мы, наверное, здесь с тобой так и сделаем. Поставим ракету. Здесь будет круговая защита, а здесь будет ракетная. Да. Так вот сделаем. Ну что, вызываем следующих противников. Пока все по стандарту. Пятая волна из 9. Здесь, ну, дальше будем прокачивать, естественно, взор. И сколько там нужно нам? Сколько нам нужно на взор? 400 монет. В принципе, монетки здесь неплохо копятся. Так, песе, давай, вызывай. Тоже, как говорится, будем против этих волков здесь выступать. Угу. Готовы. Я еще вот так сделаю сейчас. Назло им. Ну, готовы? Готовы. Че, мой герой? Нет, это песик. Я думал, что опять мой герой погиб. Пока все хорошо. Смотри, как далеко стреляет, а? Хе-хей. Чего-то там орк скинул на себе этого паршивца, который на нем сидел. Достал откуда-то дубину. Непонятно откуда. Из штанов, может быть. И пошел в атаку. Мы его не пропустим с вами, верно? Верно. Куда он там разогнался? Ага. Бегут охламоны. Отхиливаемся. Так, пёся, ты не просто так бегай. Ты вызывай помощников. От этого больше эффекта. Ну вот, видишь, как они кромсают. Очень хорошо, кстати, против этих волков вражеских, да, они действуют. Вот так вот. Здесь у нас 800. В принципе, мы можем с тобой прокачать. Все, фу. Лучники по фулочке прокачаны. Че, опять моего волка, да, бомбанули? Опять бомбанули. И у нас с тобой... И у нас с тобой ничего нету. Фу. Повезло опять же. Фиг ли столько врагов-то идет, а? Дай-ка я, наверное, сюда поставлю еще одну бомбарду. Так, маг, прокачивайся. Нам здесь цепная реакция нужна. Я думаю, будет вообще оптимальненько. Так, лучник, ты что делаешь? Давай хиляйся. Волк, волк, вызывай. Вызывай напарников своих, вот. С этим справимся, да? Окей, завалили. Сколько нам надо? 800. 800, ценник, конечно, заоблачный. Но ничего не поделаешь с этим. 800 так 800. И здесь у нас... Слушай, а может быть вот это вот попробуем с тобой, а? Хиляются наши бойцы здесь, в этой зоне. Окей. Так, с этими разберемся. Этот не пройдет. Пью, ракета полетела. Слушай, ракету надо еще будет прокачать. Везде, там 800, тут 800. И волн еще впереди у нас две штуки. Так, секунду, давай делать. Слушай, и еще, да, у нас теперь не просто урон наносится, мы еще и оглушаем. Вот, какое преимущество. Так, волков давай призовем в помощь. Кусайте их там всех, кусайте, пожалуйста. Не стесняйтесь, не бойтесь ничего. 500. Так вот. Мечники, родные мои, я про вас и забыл, что вы тут у меня есть. Стоят бедные и грустят. Так, а еще и отравление и остановка. Видишь, стан. Это да, ребят, это делают лучники наши. Красавчики. Молодцы. Все отлично. Так, выставляем сюда. Песя, вызывай сразу же свою помощь. А чем он там бомбит? Хвостом, что ли, так вот? Видишь, крутит, я не понимаю. Ну да, чем-то крутит. Но он такой сам по себе слабенький. Его быстро очень убивают, ребята, да? Очень быстро. 1600. А если вот так сделаем? Трындец. Трындец сделал. Давай ракету еще одну. Поскидывали с себя, да, этих
олухов. Пёся, блин, ты бы мне здесь как раз пригодился бы сейчас. Со своими волками, вот. Иди сюда. Давай призывать. Начинается разборка. Так, с этим справились. И, судя по всему, будет последняя волна сейчас. Мне хотелось бы накопить, друзья мои, 1600, чтобы по максимальному бомбить здесь. Или лучше рыцарей прокачать. Давай рыцарей прокачаем. Щитовиков сделаем. Мы все прекрасно знаем, что это за щитовики. Кстати, сюда мы можем тоже поставить рыцарей. Вот так это выглядит. Нате вам всем. Так, волк, подожди, вызывай. И уходим. Волк непослушный какой-то. Его уже забомбили. Его уже забомбили. Слушай, ну бомбарда у меня здесь вообще отжигает. Конкретно, смотри, я ничего не могу сделать. Они подходят, сразу же мы их станем и ракетами заваливаем. То есть вообще великолепно. Эти, конечно, понятно. Мечники ни о чем, это даже, я бы сказал, какие-то кузнецы с молоточками. Первые прокачки. Я жду, ребята, 1600 для того, чтобы по фулке сделать вот этот вот удар. Так, ну, вот этого-то, вот этого галоранца есть контакт. Застанили, правильно. Так, вызываем вспомогаловку и прикрываем. Вот так вот. И прокачиваем по фулке. Вот оно. Счастье. Ну что, ребята, прошли. Ну, мне кажется, что у мага все-таки вот это вот лечение не особо хорошо помогает. Лучше делать все-таки цепную молнию. Я думаю, что ты со мной согласишься. Две звезды получили. Ну, это тоже неплохо, ребят. Опачки, ключик какой-то мы с тобой получили. А что за ключ? Воу, 5-й уровень. Так он у меня правильно 1-го левла. Естественно, какие у него могут быть силы. Вот почему его так быстро бомбили. Так, ну а лучник у меня 5-го уровня. Это уже классно. Так, давай смотреть, что дальше нас поджидает. Я думаю, следующий уровень будет уже битва при замке, скорее всего. Потому что мы уже подходили к нему. Мегапакет. Ага, спасибо большое за ваш мегапакет. А, нет, 13-й уровень. Скорее всего, вот здесь. То есть еще нам придется здесь побегать, повеселиться, да? Что у нас тут? Собираем и удваиваем. Награды получили. Вот это вот, что значит, друзья мои, когда вот этот вот... вот, мы с тобой можем проходить уже на другом уровне сложности. Вот, значит, для чего здесь восклицательные знаки стоят. Так, ну здесь есть только бомбочки купить. Тоже, кстати, неплохо нам помогли эти бомбочки. Что у нас на героях? Ага, 2 очка есть. Давай, наверное, прокачивать верхнюю строку, потому что здесь у нас увеличение урона при попадании. Так, подожди-ка. Ага, вот, шот силы. Пронзительная стрела, наносящая 200% урона основной цели. Слушай, не кисло, да? Будет. И вроде бы пока все. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, на этой ноточке мы с вами закончим играть. Обязательно продолжим, но в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.